Всем привет, меня зовут Василий, мой ник на PokerAbility Аматерасу. Ну, с покером я знаком достаточно давно, начинал в другой школе, Академия покера. Тогда проходил курс Iron MTT, после него успешно играл в турниры мелкие, даже был в призах за финальными столами. Но потом был перерыв долгий после поломки ноутбука. Вот, и устроился на новую работу. И потом решил возобновить свое обучение покеру. Соответственно, начал думать, где обучаться, как обучаться, какой дисциплине. Из-за нехватки времени, соответственно, с МТТ пришлось уйти на кэш. Кэш для меня абсолютно новая дисциплина была. И я вот нашел в Ютубе видео покер Петра Боберта Йорка. Мне понравилось, как он играет, рассказывает. И там ссылка была на его школу PokerAbility, куда я зарегистрировался на курс. Курс был тяжелый. Единственный минус, что мотивация была меньше набирать баллов, но, к сожалению, так как я не мог посещать утренние и субботние тренировки, это, наверное, сказалось на моих результатах и мотивации, потому что я физически не мог набрать меньше 18 баллов, так как за тренировку начислялось минус 6 баллов сразу. Соответственно, сразу 6 баллов начислялось. Вот, чем помог курс? Я узнал, как играть в кэш, чем отличается кэш от МТТ. Кстати, очень сильно отличается. И, конечно, мне нужно еще очень много работать над своей игрой. За курсом я, конечно, не успел, потому что у меня очень мало свободного времени было в связи с работой. Но ничего, буду сейчас своими темпами догонять, повторять, закреплять результат. И посещением определенного промежутка времени, когда я все это усвою, буду записываться на продолжение курса. Результаты можно посмотреть, конечно, мой график. Вот здесь вот. Здесь у меня два аккаунта. Здесь я отыгрываю себя на Hold Manager 3. Вот, соответственно, у меня здесь сыграл небольшой плюс-плюс-плюс. И потом был у меня даунстрик небольшой с переездами. Ну и, соответственно, тильтанул немножечко. Но я думаю, это все можно исправить. Главное играть по стратегии, которую нам рассказывал, которую мы изучали на курсе. Я думаю, с этим можно справиться. Так, курс. И курсом я доволен. Не получилось, конечно, плотно позаниматься, но нашел единомышленников в мини-группе в своей, и мы договорились вместе заниматься. А так, у кого нету лишних 5 часов на занятия, то, как и я, наверное, не будете успевать за программу. Так что много не рассчитывайте. Хотя плюшек будет в конце много, но вам о них расскажут. Так что спасибо большое автору этих курсов, Петру, его команде, кураторам и Надежде, конечно. Все, спасибо за отзыв. Извините.